Мы находимся в главе, 28 глава, книга, которая называется «Пути праведников». Начнем мы сегодня вот как раз с вопроса, да? Вот, например, человек что-то хочет. Вот, например, мы сейчас хотим послушать урок в Телеграме. Он не работает, не Телеграм не работает, а не работает компьютер, потому что он разрядился, я сейчас его поставил на зарядку, а он не заряжается. И вот человеком в жизни такое часто бывает, да? Он в этот момент начинает задумываться. О чем можно задумываться в моменты, когда окружающий мир не выполняет ваши ожидания? Первое, можно задуматься о том, что проблема с окружающим миром. Что за компания? Не тот нынче Apple, можно сказать, да? Apple не тот. Второе, можно сказать, я не тот. Можно взять вину на себя. Ответственность, да, сказать, вот я не подготовился. Если бы я поставил на зарядку компьютер раньше, то он бы зарядился, надо было проверить, а я вот не проверил. И тоже можно с этого ракурса посмотреть, да? Можно посмотреть с другого ракурса, с ракурса благодарности. Спасибо Всевышнему, что не работает компьютер, не работает Телеграм, что он не заряженный. Спасибо Всевышнему за такое прекрасное явление новое, которое поможет тем, кому важны эти уроки, присоединиться к нашим все-таки сетям в YouTube. Оп, компьютер заработал. Видите? Вот смотрите, как работает. Как только я перешел на благодарность, обратите внимание, почему оно все вдруг включилось? Мне кажется, потому что Всевышний, он ничего просто так не делает. Нет ничего, что Всевышний делает просто так в этом мире. И если вот в данный момент, да, почему я чуть позже задержался? Я выбирал книги для следующего цикла. Все-таки я пошел в книжный магазин и купил книги. Все комментарии купил на Коэлет, которые вот я раньше не изучал. Все-таки, скорее всего, мы будем изучать Коэлет. Потому что те, кто не изучали, для них это, ну, обязательно надо изучать, да? То есть это книга, которая невероятная мудрость, которая дает смысл. Значит, надо записать на скрижалях своего сердца. И нужно таким образом Экклезиаст сделать не только мудростью царя Соломона или тех людей, которые его глубоко изучали, а нужно сделать Экклезиаст частью своего мышления. И тогда, если Экклезиаст сделать частью своего мышления, тогда в нужный момент всплывет нужная мысль. Например, что все эвелевелим, да, все это суета-сует, и ты тогда не будешь сильно нервничать, что включился у тебя Телеграм или не включился. Если ты не будешь сильно нервничать, включился он или не включился, тогда в этот момент ты будешь расслабленный, и тебе придет еще вариант, что можно же на Ютубе провести, можно провести на Фейсбуке. А когда ты уже включил Ютуб и Фейсбук, в этот момент, если ты расслабленный, и ты принимаешь волю Всевышнего, то ты можешь сказать спасибо Всевышнему за то, что у меня не включился Телеграм. И тогда Всевышний же, он добьется того же эффекта, которого он обычно добивается через неприятности. Ведь зачем Всевышний дает нам неприятности? Чтобы мы пробудились, проснулись и вспомнили о нем. Если он не дает нам неприятности, как же мы вспомним о нем? Тогда человек, когда все хорошо. Я вчера одному мультимиллионеру встречался. Он человек продал свою компанию за 700 миллионов долларов. Я ему говорю, скажите, пожалуйста, вот у вас же есть какая-то система? Он говорит, да, есть система, разная система, я там оттуда брал. Я говорю, отлично. А скажите, говорю, а какое место в вашем успехе занимает везение? То, что вот вам повезло, благословение, везение. Он говорит, никакого, я сам, все сам. Я говорю, секундочку, вы же только рассказывали, что у вас там были разные там детей сложности, и вы там с каким-то чудом из них вышли. Но это же я вышел, это же я чудом вышел, это не это я. А вот вы же сказали, что там у вас какой-то был там супер рост. В 2020 года в 40 раз выросла компания, в 40 раз. А в то время как лидеры рынка в его сфере выросли на 15%. С большими деньгами, с большими ресурсами, с самыми лучшими мировыми специалистами. Они выросли на 15%, а его компания выросла в 40 раз. Я говорю, так какой здесь все-таки... Есть какой-то вот эффект вам, ну, там, повезло, удача, благословение? Нету. Как нету?
Так вот, когда Бог человеку дает что-то хорошее, то у человека как раз и его ецарара, его вот это вот злое начало, его, как сказать, искушение, да, которое надо преодолеть, испытание для человека. Когда хорошо, вспомнить о Боге. Но большинство людей не проходят это испытание и про Бога не вспоминают. А Бог же-то создал весь этот мир, чтобы человек за свой жизненный путь вспомнил о Боге, о своей божественной душе и соединился со Всевышним. Через хорошего он не хочет. Значит, Всевышнему говорит, ну ладно, вот тебе не работает. А что тогда? Он, ну, если не работает, я, конечно, пойду помолюсь. Да, я пойду Всевышнему попрошу. А другой говорит, нет. Когда не работает, человеку проще сказать, что что-то вовне не так. И раз это вовне, он тогда ищет решение снаружи. И тогда, когда человеку плохо, он никогда не говорит, что это я сделал плохо, я неправильно поступил. Когда ему плохо, он говорит, что-то вовне, люди виноваты. Люди говорят, нет, мы не виноваты. Он говорит, это высшие силы. Значит, есть высшая сила, и он бежит, значит, как тревога, тогда Бог, когда там каких-то гадалок, этих, кто куда бежит. Но когда человеку плохо, он не хочет сказать, что это я сделал неправильно. Поэтому он начинает обращаться ко Всевышнему. Всевышний вынужден сделать нам плохо. А если у человека хорошо, то что он скажет? Это внешние силы, мне хорошо, потому что мне повезло? Нет, то он так не скажет. Он скажет, то, что мне хорошо, из-за меня. Поэтому нет никакого Всевышнего, есть только я, который все это сделал. Поэтому для нас с вами, как людей умных, уже знающих, очень важно, когда хорошо, обращаться ко Всевышнему и благодарить Его за все хорошее, все от Бога. А когда плохо, то в этот момент тоже нужно поблагодарить Всевышнего за то, что Он напоминает. И в заслугу этой благодарности Всевышний скажет, слушай, ну он уже хорошо, он понял. И ты опять же возвращаешься через ворота любви ко Всевышнему, через ворота благодарности. Что мы только что наблюдали с включением телеграмма, который после благодарности за то, что он не работает, тут же включился. Смотрите, все отлично. Теперь мы дошли, вот как раз вчера мы дошли до момента, когда страх перед Всевышним. И что есть три вида страха? Первый вид страха – это страх перед людьми. Второй вид страха – страх перед наказанием Всевышнего. И третий вид страха – это страх уже трепет перед величием Всевышнего. И дальше, значит, продолжает автор книги. Намерение Торы состоит в том, чтобы пробудить сердце человека – тем, о чем он имеет знание, понятие как о владе, чтобы привлечь его сердце к добру. Вот он, маленький ребенок, да, его, в принципе, его пугают родители и говорят ему, ты должен поступать правильно и хорошо. И хорошо какой-то свой смысл, да. Я помню, видел когда-то один фильм Вуди Аллена, и там одна такая девушка, ну, такая совершенно сумасшедшая, она начала встречаться с таким интеллигентным еврейским мальчиком из такой очень... Его воспитывали. Ну, такой очень такой интеллигент вообще. А она такая, значит, она, когда с ним начала встречаться, она встречалась с его знакомым, тут же она начала с ним встречаться. Ну, такая легкого поведения, очень легкого. Она, значит, ему изменяла, там она, что она только не делала, а он, значит, он все ей прощал. И вот как-то она ему говорит, моя мама будет жить с нами теперь. Она говорит, почему? Ну, она только ушла там от одного своего очередного, жить ей негде, все, она будет жить с нами. И приходит эта мама, значит, тут же она... Ну, в общем, он такой, не мог сказать нет. И как-то там был момент такой, что эта мама приводит 26-летнего любовника в дом. И он начинает делать дорожки из кокаина на столе. И этот парень стоит, говорит, я не буду. А эта мама своей дочери говорит, ну, что ты не будешь, давай, значит, давай с нами там бухнем, этот самый кокаин. И он такой стоит, говорит, моя мама до сих пор готовит мне овсяную кашу, а ее мама, она ее уговаривает нюхать кокаин. То есть, что такое хорошо, что такое плохо, ну, как бы родители сами для себя что-то выдумывают, решают, принимают какую-то систему, и дальше... насильно передают это детям. Во всех случаях насильно. Потому что маленький ребенок, как ему объяснить, что нельзя руки засовывать в розетку, если он маленький еще, он слов не понимает, и ты ему объясняешь, что там ток, больно, но... Поэтому родители наказывают, чтобы ребенку было страшно и больно делать опасные для себя вещи. Они его наказывают, чтобы ему было больнее. Например, я помню, не жалко было наказывать детей,
Я так руку к розетке приносил, бил себя и так кричал, а, что это сильно больно. И ребенок пугался, мне не надо было его бить. Он как бы сопереживал, и он понимал, что там в розетку, туда-сюда, это опасно. То есть, понятно, да, система воспитания? Потом ребенок, он вырастает, и ему родители уже начинают объяснять, смотри, это хорошо, это плохо. Если ты будешь делать плохо, то тебе будет плохо. Если будешь хорошо делать, будет хорошо. Опять же, по своей системе координат. И потом человек уже взрослеет, и он начинает сам в каких-то случаях искать, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно. И вот он здесь, эта книга написана тысячи лет назад, примерно там 800 тысяч лет назад. Он пишет, намерение Торы состоит в том, чтобы пробудить сердце человека тем, о чем он имеет знание, понятие как о добре, чтобы привлечь его сердце к добру. Все это необходимо человеку, потому что он не может различить тайну вообще этого вопроса, что такое добро, хорошо, правильно, потому что разум его слаб и невелик. И тогда начинается служение Богу с вот этой стадии страх, вначале страх перед людьми, если человека воспитывают в Торе, потом страх перед наказанием. Ему объясняют на его простом языке. Смотри, вот ты соблюдаешь заповеди, будешь хорошо зарабатывать, будешь здоровый. Нарушаешь, будет плохо. То есть будет плохо. Всевышний, мало ли бывает ситуации, когда человеку ну, вот просто не везет так. На ровном месте люди падают, ломают руки, ноги, заболевают какими-то болезнями. На ровном месте. Тот пошел купаться, его амеба в мозг залезла. То есть люди на языке вот таком вот понятном, они, особенно раньше это было легко объяснять, потому что опасности были на каждом шагу. Сейчас тоже достаточно легко, потому что там бомбы, там война, там все. Мне очень понравилось, позавчера в Израиле там ночью упала вот эта вот хуситская баллистическая сверхзвуковая крылатая ракета. Значит, сирены по всей стране, 2 миллиона человек побежали в убежище. Ущерб от этой ракеты, какой ущерб от этой ракеты? 9 человек травмировались, бежали в убежище, там испугались, 9 человек. Все, вот это вот ущерб от ракеты. Теперь начинают паникеры все, начинают писать. Вау, что за жизнь, ракеты летают, значит, а где же ПВО, противовоздушная оборона, где что, вообще, ой-ой-ой, начинают кричать. И прямо есть такой чат у нас, районный, на русском. Я пишу, смотрите, это специально Всевышний послал нам помощь. Ракета сейчас месяц Илуль, после Шахарита трубят в шафар. Трубят в шафар, чтобы пробудить сердца к страху перед Всевышним, чтобы пробудиться, да? И вот каждое утро после Шахарита трубят в шафар. Я говорю, ну не все же ходят на Шахарит, на утреннюю молитву в синагогу, правильно? И многие не слушают шафар. Так Всевышний послал такой общий шафар на весь Израиль, 2 миллиона человек, сирены. Это не было опасности. То есть те 9 человек, которые спотыкнулись, они ну, просто могли спотыкнуться за день там. Это он дает нам предупреждение, он просто хочет одного, чтобы мы пробудились, исправили свои пути и пошли ко Всевышнему. Неважно, какая хуситская, какая разница, откуда ракета. Всевышний хочет, чтобы мы стали добрыми, хорошими, веселыми, понимали, что есть главное это душа, а не тело, и жили в соответствии с хотя бы с 10 заповедями. Уже ладно, 10 заповедей достаточно. 10 заповедей, все, живите и радуйтесь, и благодарите Всевышнего. Теперь автор этой книги говорит, не будь же подобен ребенку, а ищи правду во имя правды. То есть вот этот метод служить Всевышнему ради награды и чтобы не потерпеть, чтобы не было наказания, он хороший, но он такой детский. А нужно понять, что это есть истина, что Бог – это правда, Творец мироздания – это правда, быть добрым – это правильно, а быть недобрым – это неправильно. И он дальше объясняет. Поэтому следует объяснить, что такое душа, ее силу и мощь. И ты обратишь свой разум к высшему принципу. То есть только тот человек, который уже разобрался и осознал, какая часть в нем самая важная, это душа, что такое Бог и так далее, только такой человек, он начинает уже служить Всевышнему во имя небес. То есть из-за того, что это и есть истина, из-за того, что он начинает понимать и осознавать, кто такой Творец. И вот он приводит пример, как это такая
притча, да, притча, метафора. Так случилось с царским сыном, которого украли из дома отца, когда он был совсем маленьким. И увезли его далеко-далеко. И вырос он в доме крестьянина, и научился он крестьянским обычаям, это царский сын. И не думал, и не помнил он о своем царском сане, потому что ничего об этом не знал и не осознавал. Когда он вырос, и когда ум его окреп, пришел к нему некто и сказал ему: «Ты царский сын». Но не сказал, где царствует его отец. И царский сын немного возгордился. Он как бы начал чувствовать, да, что «А может и да, может я царский сын». Но все-таки он не очень думал об этом, потому что не знал, кто его отец. Это когда человек, он впервые задумывается о духовности. Мало кто задумывается в подростковом, там, в студенческом возрасте, да. Я помню себя в студенческом возрасте вообще... Кроме как о девочках, вообще ни о чем не думал практически. Вот. Ну, о спорте, о девочках, о деньгах, там, ну, бытовуха такая, да? Значит, прибыл к нему другой вестник и сказал ему, где царство его отца. Второй, значит, ему рассказал: ты царский сын, и твой отец живет там-то, там-то, царство там-то. Еще больше возгородился царский сын и решил пойти в свое царство. Но чувствовал он себя неуверенно, думая: вот я пойду туда, а меня там никто не знает. Я сейчас вспоминаю, книга есть, замечательная книга, называется она «Невероятная», про жизнь Рава Валиса, да, Йоси Валиса, это который создатель организации «Арахим». И вот он рассказывает, как он стал религиозным, и он решил пойти в субботу в синагогу. А он до этого был нерелигиозный, ничего не соблюдал, вообще не понимал, как вообще там себя вести. А у него была большая собака, которая его любила, огромная собака. Вот он в шаббат пошел в эту синагогу, где-то он сел, и он не знал, как себя вести, и все. И тут эта его огромная собака прибежала за ним и начала его... А он говорит: я не знаю, типа, притворился, что это не моя собака. И люди кричат: чья собака? Он, типа, отморозился, что это не моя собака. И тут эта собака, она на него прыгнула. Она его начала там обнимать, лизать, огромная собака. Он не знал, как вести себя в синагоге. Вот здесь та же история, когда этот царский сын решил пойти в свое царство. Но чувствовал он себя очень неуверенно. Человек, который, когда начинает соблюдать вот люди, там есть люди, профессора, например, начинают соблюдать, какие-то там великие ученые. Но они не знают иврита, они не знают, как молиться, они не знают заповеди. И они, когда приходят в синагогу, они чувствуют себя там очень неуверенно. Хабад-движение, они об этом задумались. И они вот, например, рав Пинхас Вышетский, у него, он был рав Донецка, потом он переехал в Киев, сейчас он в Киеве, у него община. У него всегда есть на русском языке все написано, содержание на русском языке. Объявляют, то есть они стараются помочь тем людям, которые впервые зашли в... Царство Всевышнего, да, синагогу. Но обычный человек чувствует себя неуверенно. Вот он, древняя эта история, этот царский сын думал: я пойду туда, а меня там никто не знает. Царь узнал, где его сын, и послал за ним своих придворных, которые знали знать и приметы на его теле. И послал множество придворных и царские одежды, и приказал привести сына. И когда посланные прибыли к царскому сыну, и увидели его, и узнали его, и показали ему царские одежды, царский сын весьма возгордился. Он тогда почувствовал уже свою связь с царем, он ее осознал, хотя по воспитанию он был крестьянский сын, его с детства воспитывали в деревне, такой Маугли, да? Как называются, в принципе, вот все, которые воспитаны в социалистической, коммунистической идеологии, они, у них есть статус, религиозный такой статус, что называется он «украденные дети», Маугли. То есть человек, который, например, там есть... Но разные законы, которые связаны с тем, что... Ну, разные законы. И нужно определить статус. Так все, которые были, например, евреи, которые из бывшего Советского Союза, у них статус Маугли. Не Маугли, а украденные дети. Их как бы социалистическая идеология, она их, можно сказать, ну, насильно с волками жить, по волчьи выйти, да? А когда его одели в царские одежды и посадили на царского коня, он осознал свою силу и мощь, и его сердце стало царским сердцем. И он возгордился весьма и весьма. «Какова душа?» — говорит автор этой книги. «Она царская дочь». Душа — она царская дочь. С трона Всевышнего, да, то есть проявление Всевышнего они описывали в виде трона. Потому что в то время они не могли по-другому никак описать. У них не было никакого там... Они не видели, например, не видели они кабину какого-нибудь там самолета, да, серьезного стратегического бомбардировщика. Может быть, если бы пророки
бы раз посмотрели на кабину стратегического бомбардировщика, они бы тогда бы сказали бы, что это не трон славы Всевышнего, а это там, например, центр управления полетами НАСА, да, когда экраны, когда это, то есть они видели в тех образах, которые были на тот момент, они могли через эти образы передать людям то, что они видели. Потому что оно все равно, вся реальность, она преломляется сквозь ум человека. То есть мы создаем картинку мира, да, вот эту вот реальность, мы создаем внутри своей головы, внутри своего восприятия. Каждый живет в своем восприятии. Кстати, вот притча царя Соломона есть очень красивое такое выражение, что «Лашон хахамим» – язык мудрецов, «тейтив даат». Язык мудрецов, он улучшает восприятие. А пикселим, а род грешников, да, он ябе и велет. Он выражает скепсис и цинизм. То есть все смотрят на одну и ту же картинку. Ракета упала, ни одного человека не погибло, для всех. Теперь пихахамим, лашонхахамим, мудрецы, они говорят, слава Всевышнему, спасибо Всевышнему, как он нас любит, как он нас предупреждает, как он нас пробуждает, как он нам показывает явно свою защиту, которая сильнее, чем защита там, железный купол и так далее. Как вообще такие явные чудеса? Это как при исходе из Египта. Это один человек так воспринимает, и он счастливый, ходит потом целый день. Теперь другой человек, циник, скептик. Ой, вообще защиты нету, этого нету. Она же пролетела, да она же никого не убила. Это не важно. Она же пролетела сквозь все вот эти вот защиты и пролетела и упала. Ой-ой-ой, все будет плохо. И он идет целый день, его трусит на таблетках, не спит. То есть каждый человек воспринимает мир не то, что есть, да, не факт. Фактом является какая-то железяка пролетела сколько-то там километров. И, значит, упала на открытой местности, никого не повредив. Это факт. Теперь все остальное – это интерпретации, это описание, это история. И каждый живет в своей истории. Я задумался, интересная вещь такая, да, сейчас же очень, ну, важно, мне очень важно. Я молюсь с начала войны, чтобы быстрее наступил мир. Сейчас едет президент Украины к президенту США и говорит, вы знаете, говорит, такая вот история. Давайте будем, дайте разрешение на дальнобойные ракеты, будем бомбить Россию, чтобы был мир. И у меня возник вопрос, где логика? То есть Россия уже 3 года, там или сколько, 2 года бомбит Украину, и это нисколечко не приближает к миру. Почему? Ну где здесь хоть, ну вот, просто мне интересна логическая идея, что если Россия бомбит Украину, это мир не приближает никак. То почему, если Украина начнет бомбить Россию, это приблизит мир? То есть это не приблизит мир, это сделает новый виток страшной войны, которая приближается уже к Третьей мировой войне и к использованию, не дай бог, ядерного оружия, и его используют не... Ну, это ужас, если это будет использовано. Так получается, что гасить огонь, это как гасить огонь бензином. Дайте бензина, мы хотим погасить огонь. Так не работает. То есть это вообще не работает. Все, мы живем в мире интерпретации. Теперь человек, он может рассматривать себя как я душа, которая часть Всевышнего, и все остальное это наносное. Это одна интерпретация. Вторая интерпретация, я тело, и я это мои там желания, вожделения, какие-то мысли, которые у меня в голове. Это другая интерпретация. И вот когда человек начинает двигаться в сторону Всевышнего, то ему на его языке постоянно дают, на его, смотрите, вот Лена спрашивает, а что работает? Но точно не работает, мы видим, что бомбит страну для того, чтобы заставить ее согласиться со своей точкой зрения, не работает. Россия не смогла тем, что она бомбит Украину, решить ни один из своих вопросов. То есть мы видим, что по факту этот метод не работает. То есть работает метод, например, ну я не буду сейчас вдаваться в подробности, я могу точно сказать, что метод стрелять, бомбить, рушить дома, он не приводит к миру, иначе бы уже бы был бы мир, и Россия бы этими бомбами, ракетами, которые они ну, постоянно используют, уже бы добились бы каких-то своих целей. Мы видим, что не добились, это не работает. Теперь, если Украина будет делать, и она делает то же самое, то ну просто у меня чисто логический вопрос.
Почему, если Россия увеличила удары по Украине, не добилась ни одной из своих целей? Почему, если начать стрелять дальнобойными ракетами по России, то это каким-то образом приблизит мир? Вот мне вот это непонятно. То есть это просто чисто логически непонятно. Я за то, чтобы война закончилась, чтобы наступил мир, чтобы люди не гибли. Я конкретно за мир, потому что когда идет война, это страшно. То есть тот ущерб, который терпят люди, беженцы, погибшие, почти миллионы или 500 тысяч погибших, да? Я могу так сказать, что, я не знаю, я жил в Украине всю свою молодость, да, до 2000 года. Потом я жил с 2010 по 2020 год. И с 2000, ну не знаю, я не видел на всей своей истории, я не видел, чтобы была какая-то война между Украиной и Россией. Началось на Донбассе. И потом сейчас оно продолжается. То есть это все ужасно. А вот задает Леся Левченко вопрос, да? Она задает вопрос, может, почему Израиль тогда воюет в Газе, да, война с Газой и война с Хизбаллой и война с Ираном. Давайте подумаем просто, мне интересно тоже. Чистая логика, давайте посмотрим. Израиль воюет с Хамасом, который напал на Израиль и который убил 1300 человек 7 октября. Израиль захватил сейчас Газу практически полностью. И пытается уничтожить, то есть цель Израиля уничтожить Хамас, в принципе, как организацию. Логично? Ну, так объявлено. Цель войны объявлена уничтожить Хамас как организацию. Теперь война на сегодняшний день идет на территории Газы, да, которая и, в принципе, уже разбита, там 70-80% Хамаса уничтожено. Израиль хочет довести это до конца и идет к этому. Война длится год практически. Да? В этой войне на сегодняшний день погибших в армии Израиля 300 человек, солдат, за этот год. В авариях за этот год погибло 450 на дорогах. И 300 солдат, это страшно. За каждого человека, неважно, это армия Украины, Израиля, молодые мужчины, у которых есть матери, у которых есть дети, у которых есть жены, и которые, в принципе, если их спросить, хотели они до этого воевать. Никто не хотел воевать. Вот если вы спросили бы просто этих людей, которые погибли, их семьи, вы хотели воевать? Вот 2-3 года назад. Не хотели. Теперь, значит, в Израиле идет война с преступниками. То есть это идет реальная война с преступной организацией, которую надо уничтожить. И она идет, это можно сказать, действительно, назвать это спецоперацией сложно, но неважно, какие названия. Но, во всяком случае, сейчас идет конкретно поиск и уничтожение преступников. Теперь то, что происходит в Украине, в России, это другое. Это две огромных страны. Это война, которая идет на, ну, разрушенные города. Это совсем другое. То есть я бы эти два, ну, они не похожи, то есть их сравнивать тяжело. И я за то, чтобы остановилась война и в Израиле, и в России, и в Украине. Я не за то, чтобы была война хоть где-то. То есть я, в принципе, против войны в любом месте. Я против войны в любом месте. Теперь бороться со злом, если в этом случае зла становится все больше, то мне это непонятно. Ну, то есть мне непонятно. Если есть возможность это зло уничтожить, то борьба со злом, она действительно правильная. Но если борьба со злом приносит очень много страдания людям, мирным жителям и так далее, то возникает вопрос, точно так же у многих людей в мире возникает вопрос, что если хотят уничтожить Хамас, которые являются просто бандой преступников, то получается, а страдают мирные люди, там 2 миллиона человек или 1,5 миллиона живет в Газе, то многие в мире, они возмущаются, они говорят, смотрите, но и этих же преступников 300, там 30 тысяч этих хамасников было, 30 тысяч, да, они преступники, но их 30 тысяч, а этих 1,5 миллиона. Да, действительно, это очень, как сказать, с точки зрения любого нормального человека, это ужасно, когда мирные люди страдают из-за преступников.
Теперь получается, но то же самое в Украине и в России. То есть мирные люди страдают. И должно быть, как мир говорит, остановите войну. Почему сейчас никто не говорит, остановите войну? Войну нужно остановить. Вначале нужно остановить войну, а потом договариваться, разговаривать, договариваться каким-то образом. Но вот еще раз, я хочу, чтобы выразить свою мысль, и на этом мы закончим. Если есть зло, вот возьмем просто как пример. Есть некий бандит, убийца, преступник. Теперь этот бандит, убийца, преступник. Если мне для того, чтобы его убить, мне нужно убить 1000 человек, невинных людей, это вопрос, да? Это вопрос как бы соответствия. Этот вопрос, он возникает. Теперь то же самое, воюют две страны. Есть спорная какая-то там часть, спорная территория. Теперь эта спорная территория, она так и осталась спорной, она же не стала бесспорной, она остается спорной, и уже погибло там 500 тысяч человек. И дальше разрушаются города, гибнут люди и так далее. Теперь возникает вопрос, вот эта вот спорная территория, это вопрос, я сейчас не дал ни одного ответа, я говорю, что остается вопрос, спорная территория, стоит ли она жизни миллиона человек? И разрушенных вокруг еще там огромных территорий. Или не стоит? Вот это вопрос. Ну, для меня это вопрос. Для меня даже, как сказать, для меня не вопрос, что мир лучше, чем война. То есть это понятно. Теперь дальше, если бы, еще раз, тогда вопрос. Если бы действительно можно было бы остановить войну ее расширением, то может быть, да, надо расширять. Но если это не остановит войну, а ее только увеличит, то нужно ли увеличивать войну для того, чтобы еще больше людей погибло, и те люди, которые пока не страдали, чтобы они начали страдать? Для меня вопрос. То есть для меня вопрос чисто логический. Потому что если бы можно было бы остановить войну ударами дальнобойных ракет по России, то естественно, бы все бы сказали, бейте. Но это не остановит войну, это увеличит войну. Это сделает так, что следующий этап расщепляется ядерное оружие, и все, кто кричат, давайте сейчас жахнем, они просто должны задуматься, потому что ответом будет уничтожение целых городов в Украине. Как можно говорить, давайте это сделаем? И я думаю, что американцы, они не будут... Следующий шаг – это Третья мировая война. Неужели это непонятно? То есть Россия, она не сдастся. А у них такая политика, такая позиция, такой менталитет. То есть если на них будут дальнобойные ракеты, следующий этап – они ударят, значит, ядерным оружием. Все. Вот это вот они прям сказали, объявили. Поэтому надо молиться, чтобы был мир. Вот сейчас в Рош-ха-Шана решается вопрос жизни миллиона. То есть Хамас, Израиль – это маленькая-маленькая вот такая вот полосочка, в которой Израиль уничтожает Хамас. Да, Израиль уничтожает Хамас, причем делает это очень успешно. Израиль уже практически уничтожил Хамас. И осталось 100 заложников, дай бог, чтобы они вернулись. И один всего из тех, которые все это начали, остался один, Синуар. Один всего лишь человек, которого надо убить, и война закончится. Все. Именно об этом тоже надо молиться, чтобы вот из-за одного сейчас человека, одного всего, продолжается эта война. Теперь Украина с Россией совсем другое. То есть Украина с Россией это тут атомная держава, и тут атомная держава, да, ну не держава, НАТО вокруг, да, еще не факт, что НАТО вступится. Потому что они же как делают? Найте вам оружие, воюйте, вот здесь воюйте, а нас не трогайте, мы в войну не вступим. Теперь, если они сейчас дадут это разрешение, то они просто дают как бы разрешение на уничтожение еще больше Украины. Это, ну, мне, например, очень жалко. Мне очень жалко людей, жалко города. Я просто реально очень сильно переживаю, что для России, например, да, 1/6 часть суши, для нее эта полоска ничего вообще не стоит. Вообще зачем им это все? И Украина, огромная страна, которая всегда жила в мире с Россией, всегда. Я помню, 6 самолетов в день летало из Киева в Москву, и не было ни, даже паспортного контроля не было. Еще это было 2012 год, 2011, по-моему, даже и 15, и 16 продолжали, или уже летали самолеты через Белоруссию, через Минск. Но было очень, я не знаю, была очень мирная жизнь. Все мое детство, всю мою жизнь, это было две страны, которые были полностью как, реально как братья. Ну, я не знаю, как братья, может, это слово неправильно, но это было
общее какое-то пространство. Ну, не знаю, для меня это с самого начала было, ну, непонятно. Непонятно, очень больно, очень плохо. И я не понимаю, что как ударами более сильного оружия можно остановить это. Я думаю, что это невозможно остановить ударами более сильного оружия. Я, наоборот, мне очень жаль, потому что за ударами более сильного оружия будет удар еще более сильного оружия. И вот это самое страшное, потому что более сильное оружие – это тактическое ядерное оружие, которое будет ответом на дальнобойные ракеты. И это уничтоженные города. Это просто как Хиросима и Нагасаки. И зачем их доводить до этого, вообще непонятно. Все, всем удачи. Я же говорю, что напал на Украину и в этот момент. Были мирные переговоры одни, мирные другие. Нужно делать мир и разговаривать, если есть с кем разговаривать. Я же говорю, Лена, это же другое. Лена, Паш, это совсем другое. Потому что если бы это стоило Израилю по 1000 человек погибших в день, то тогда Израиль бы, эта война бы остановилась в тот же момент. В Украине, в России 1000 человек в день гибнет. 1000 человек в день. Поэтому это другая война, это совершенно другое. Другие города разрушены, другие страдания людей. 6 миллионов только человек выехало из Украины, разделенные семьи. Это уничтоженное следующее поколение. То есть следующее поколение, ведь эти семьи, я вижу эти женщины, которые отдельно живут от своих мужей. Это страшно, то, что происходит в Израиле. И то, что здесь происходит, это совсем другое. Всем хорошего дня, мира, добра, любви. Сегодня мы что-то, да, ушли в эту тему, потому что, ну, реально, мне лично страшно. Потому что следующий шаг вот в этой войне Украина-Россия – это ядерная война, Третья мировая война. И не дай бог, чтобы это произошло. То есть это совершенно другое, другое, другое. Все, всем удачи, молимся за мир, потому что сейчас те, которые в основном кричат, что на войну надо продолжать до победного конца, они не на войне. Они сидят в своих удобных домах, чаще всего за границей, и кричат: «давайте воюйте до последнего». И это неправильно. Все, всем хорошего дня, мира, до завтра.